Hello, ты на канале Monarch Play, и мы продолжаем проходить Alice MacGuffin Edition. Я не знаю, может, неправильно читаю, короче. В общем, присаживаться поудобнее, ложись, и, не знаю, там, садись, падай, беги, что ты делаешь, я не знаю, и наслаждайся этим зрелищем. В общем-то, мы тут, короче, не знаю, чем занимаемся. А, тут уже телепорт, нифига себе. Получается, я в прошлой серии мог переместиться в следующий пиковый лабиринт, но замечательно. Следующую локацию. Когда я сохранюсь на всякий случай, просто я понимаю, что он сохраняет в начале уровня, но я ему не очень доверяю. Это время как будто тикает, нет? Или мне кажется? Так, тут везде лава. Ну... еще б я знал, куда тут надо прыгать. Но, видимо, куда-то сюда. Ожидаемо. Не падаем, не падаем. Так, это повод, чтобы засейвиться. Чего происходит? А что мне сдуло как будто? Ну, это ожидаемо. Куда ты бежишь? Скажи мне, пожалуйста. Лови. Ой, ни одна пути не попала, да? А, тебе хватает одной вообще. Это здорово. Я так понимаю, что я мог сниться пропрыгать, но это не очень интересно было бы. Может, не будешь так убегать от них далеко? Отлично. Вот только меня сдувать не надо. Ну, судя по всему, мы падаем сюда. Отсюда перепрыгиваем сюда и забираемся сюда. Так, все просто, все логично пока что. Вот лабиринт мне больше нравится, чем загадка та, которая там, типа, угадай, какую трубу открыть, все такое. Так, тут, в принципе... хотел сказать, что тут, в принципе, ясно. Но, в принципе, тут и ясно. Ауч! А почему нет? Только когда она прямо стоит? Что происходит? Ну ладно. Я не думаю, что мне сюда надо. Ладно. Окей. Допустим. Здорово, дед. Лови игрушки. Так, хорошо, с тобой разобрались. Тут в теории должен быть какой-то кнопка, пульт, непонятно что. Так, отлично, с тобой разобрались. Открывайте. С тобой разобрались. Очень хочется прыгнуть, ну ладно, как-нибудь в следующий раз. Опять лабиринт, ты угораешь надо мной. С этими лабиринтами немножко, конечно, они подзаколебали меня, если честно. А куда ты целишь? Куда ты в него стреляешь? Ну да, конечно, давай попрыгаем еще на меня. Прошки мои отдал, пожалуйста. Так, ну ладно, ладно, ладно. Здорово. Вот они, честно, решили на моба напасть на того.
Это не очень прикольно, сейчас он прыгать будет. Лови. Так, этого должно добить. Отлично, замечательно. Кстати, а где башня? Насколько мы далеко к башне продвинулись, просто интересно. Я пока не... А, вон он. Не, кстати, да, мы выше, выше. Это прикольно. Немножко не понял. Ну ладно. Нам как будто бы вниз. Сердечко мне пока что не нужно. Если что, будем иметь в виду, что оно здесь, но вряд ли оно, типа, будет актуально для нас постоянно. Так, здесь ничего. Ну ладно, поехали дальше. Ой-ой. Ой-ой. Погнали. Она меня сама подвинет. А, повезло. Ну, прикольные такие испытания. Гарненькие, я бы сказал. Здорово. Замечательно, с одного раза. Значит, он реально стал мощнее. Так, окей. И куда нам дальше? Ай-ой. Не допрыгнул. Надо не торопиться, значит. Так, отлично, летим. Летим на следующую. Все. Увидел. Здорово. Я уже думал, он не с первого раза добьет. А, и там на следующую, на это все. Тут все предельно ясно, тут достаточно просто. Вот, вот такого плана мне нравятся штуки. Потому что они достаточно прозрачные в плане прохождения. А зачем нам этот выступ? Ну ладно. Надо и не надо. Ага, пошел нафиг. Поднимайся. Я не думаю, что пиковый лабиринт должен именно так был выглядеть. Открывайте мне все двери. Так, ну допустим. Наверное, там с той стороны что-то нет. Мне нравится, как камера сделана, какая-то комфортная. Видишь, типа едешь, и она двигается вместе с тобой. Отлично. Чем есть столько механизмов? Что там происходит, что столько механизмов нужно? Опять лабиринт. Надо посмотреть, насколько мы ближе стали к башне. Хотя я думаю, что она не... Мы типа не становимся ближе прям вот в моменте, то есть, когда двигаемся по локации. Мы, скорее всего, становимся ближе, когда продвигаемся вперед. Ну, в том плане, что когда через телепорты проходим. Единственное, что мне нравится в этом всем, это то, что... Сейчас скажу. Да ну кто, конечно, ага. И он такой меня не видит. На. Добей уже его. Я вот вижу кота, но зачем он здесь? Просто прикол? Наверное. Погнали. Ну, допустим, допустим. То, что мы слишком долго ходим по лабиринту, даже без какого-то общения с персонажами. Так, а где наш... Ладно, пофиг.
Шляпник, сюда два прохода. Здесь месье Шляпник, да? Угу. Где башня? Вот мне что интересно. Лови. А что здесь, интересно, спрятано? Ничего, да? Ну ладно, погнали дальше. Засейвим все на всякий случай, потому что я как-нибудь где-нибудь сейчас запарюсь. Ну, типа, я имею в виду, что я сейчас где-нибудь там автосейв сделал. А. Логично, сохраняться перед самым телепортом. Почему бы и нет? Порогать время, порогать время, порогать время. С ума сойти. Сейчас я засейвлюсь на всякий случай, как всегда. Сейвится, это круто. Так, сюда, сюда. Ага, все понятно, тут сложно, потому что тут, короче, крутит тебя. На. 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 Ай, нифига себе. Тут вообще надо будет сейчас на время прыгать. А ты достаточно вниз опустишься? Достаточно. А то мы уже не запрыгнем. Надо ждать, пока она опустится. Отлично. Ну, хпшки мне пока что не нужны, поэтому зачем? Может быть, поравняемся как-нибудь по высоте? А-а-а-а! С нее можно, типа, и сюда попасть. Так, сюда, в принципе, можно было бы просто спрыгнуть. Вот так вот. И вот так вот, отлично. Ай, прикол. А, зря на это, кстати. Надо было на ту. Потому что мне спрыгивать с этой на ту. Ну да, ну да. Нет! Так, ладно, прыгаем на эту, короче. На всех надо сейвиться просто. А это нет, надо не торопиться. Так, вопрос есть один. Эта штука работает с ней в противофазу, я так понимаю, что мне нужно перепрыгнуть на вот эту. И с нее уже на это, да. Они в одной фазе с ней находятся. И то не всегда. А почему так? Они с разной скоростью, получается, крутятся. Сейчас будет в одной фазе. Идеально. Спрыгиваем на эту, спрыгиваем на... Нет, да, отлично. Так, хорошо, на вот эту. С нее на вот эту. А дальше? А дальше? Ага. Дальше на эту. А дальше на вот эту. Так, тут, я так понимаю, я попаду же наверх. Прикольно, прикольно, мне нравится, реально прикольно. Прям зачет. Прям то, что надо. Так, все отлично. И отсюда мы прыгаем сюда. Супер, я на всякий случай сохранюсь. Так, мало ли, просто немножечко я учкую, как будто бы, что мы пропадем куда-то. Окей, 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 погнали дальше. Нет. Хорошо. Куда ты меня ведешь? Ай-ой. Ага, она просто остановилась. И теперь надо нам до этой попасть, да? А будет ли она настолько низко, вот в чем вопрос. Не будет. Погнали на это. Так, тут и автосейвницу можно. Ага. Я тебя понял. Не-не-не-не, надо падать, пожалуйста. Вот она идет вниз, и мы такие раз. Нет. А насколько сильно она опускается вниз? Вот в чем вопрос.
Может, я просто тороплюсь? Да. А, ну вообще полностью мне спускается. Ну ладно. Ничего страшного. Быстрее? Нет, ладно. Надо, конечно, сейвиться почаще. Я просто хотел успеть перепрыгнуть, типа, на эту, на ту часть. А я проморгал, нет. Эти тайминги, а. Быстро раз, быстро два. Нет. А вопрос тогда, куда мне? А, мне туда. Ой, подожди, я хочу просто понять. Ладно, сейчас. Куда мне дальше? Вот в чем вопрос. Ну как будто бы сюда. Нет, не так, немножечко. Не так. Так, вроде как оттуда я пришел. А, вот эта штука, которая меня поднимет. Ясно. Все понятно. Мне надо, короче, на вот эту штуку. Отлично. Не отлично. А учитывая, что я так далеко, вообще не отлично. Вернемся. Так, я так понимаю, что отсюда я могу попасть только вот так и вот так. И аккуратненько пройти по этому и сюда. Все, отлично. Это было достаточно быстро, королевская ярость. Я так понимаю, что это уже боссик? Или еще нет? А, видимо, да. Бармаглот, тут что, никто не победил еще? Они где-то в воображаемом мире где-то сражаются. Короче, ясно, с Бармаглотом мне, походу, самому разбираться. Судя по всему. Типично. Как глупо с твоей стороны думать, что ты можешь преодолеть свое чувство вины. Ну да. Это было вполне ожидаемо, что мне нужно будет с ним сражаться. А можно сразу напалм у меня не сжечь прям насквозь? Погоди-ка, а Бармаглоту случайно не надо побеждать его же палкой? Ну так, ради интереса. Блин, зря я так, ладно. Двигайся сюда. Вообще, в теории, эти штуки его добьют по-любому, как ни крути. Даже вопроса не стоит. Да не надо меня поджигать, пожалуйста. С твоим поджиганием просто... Малёха нечестно, как будто бы. Ладно, не очень удачное начало. Не-не-не-не-не-не-не-не. Да-да-да, я понял, что тебе больно.
Ну где ты там? Да не надо, пожалуйста, меня поджигать. В чем прикол меня поджигать? Как тогда его достать, если он постоянно поджигает? Не понял я нифига. Да ну твою налево. Хватит поджигать. Чего за прикол с этим поджиганием? И как? Короче, держим его постоянно на какой-нибудь другой стороне. Максимально постоянно. Ауч. А не получится. Вау, он опускаться умеет. На секунду буквально. Так, ладно, стреляем, когда он опустится. Ага, хрен там. Не надо, пожалуйста. Давай как-то без огня обойдемся. Ну, короче, так вот получается, так вот суперглючно, и надо с ним сражаться. Потому что он постоянно вверху, и я не могу ничего с этим сделать. Ну, в теории, конечно, могу закидать его картами. Ну, я не знаю просто, сколько это... КПшки есть где-нибудь? Есть. Отлично, ладно, давай попробуем его жезлом его же бахать. Где ты, чудо? Что это было? Ага. Ясно. Значит, его все-таки надо его жезлом бахать. Ай-яй, не надо. У него, значит, стадия хождения есть. Отлично. Так, снова стадия полетов. На, лови. В смысле, что, я добил его? Чё? Я что-то ожидал большего сильно. Ты убила ее стража и отомстила за мою смерть. Тебе предстоит последняя битва. Я должна сражаться дальше? Нельзя ли убедить Червонную Королеву сдаться? Одной правдой зла не перебороть. Она по-прежнему сильна. Она причинила всем много страданий. Ее жертвы вопиют об отмщении, которое мы зовем справедливостью. Она сделала этот мир таким, и она заплатит за это. Нашу армию поведешь ты. Боюсь, я не умею вести армии. Сделай все, что можешь, Алиса. Ты всегда делаешь все, что можешь, а можешь все. Это выглядело немножко печально. И смешно одновременно, как будто бы. Так, можно я сохранюсь на всякий случай, потому что я, типа, так-то промаглота убил? Да-да, отлично, давай сюда свой мост. Кидаю его сюда. Что за какой-то воображаемый мир? А, в целом это все воображаемый мир. Нашими войсками командовать некому, а битва уже началась. Избавь нас от этого зла, или дай нам умереть. Ты никогда свободными фразами не кидаешься. Я имею в виду, что ты говоришь что-то очень не так без того понятное. Так, опять, так понимаю, какие-то будут испытания, да? А, типа все сражаются. Ну ладно. Погнали.
Здорово. Неплохо вы расстрелялись, конечно. Мне в этом плане будет очень интересно проходить всякие игры по Гарри Поттеру, мне кажется, потому что они явно будут плюс-минус такие же. Ну, типа, как такие же. В том плане, что тоже все вот это вот магия, выдуманный мир, вся вот эта вот штука. Так, я так понимаю, что здесь нам, кроме как всех убивать, скорее всего, ничего не придется, поэтому мы, наверное, скорее всего, давай возьмем ледяную эту фигню, потому что ей гораздо быстрее все это происходит. Гораздо проще делать. Они же вон, смотри, какие. Единственное, что, ничего не выпало, что ли? А, с них сердечко, отлично. Я говорю, так гораздо проще будет, быстрее. Это никто не упал здесь, удивительно. И везде сердечки через каждый этот, потому что явно здесь постоянно будут падать какие-то враги. Еще один. Тихо. Лови, ладно, это. Но это самое экономичное оружие, надо сказать, самое эффективное, я бы сказал так. Но по скорости самое эффективное все-таки это ледяной жезл. Эффективнее его пока что я ничего не встречал. Так, что застрелились? Я вижу, там сверху они стоят. И там один еще сверху стоит, я помню. А, тут двое сразу. Ну, конечно, почему бы и нет. Один в лаву упал. Отлично. Ай-яй, больно вообще-то. Так, ладно, короче, будем, значит, экономичным оружием и не так прямо нагло переть вперед, потому что слишком получается мы быстро. Его. А тут добраться можно? Очень охота, короче, переиграть в Звездные войны, потому что там тоже всякая фигня интересная толпа. Короче, мне кажется, когда я играл просто в детстве, что она становилась больше, значительно больше в размерах. Ну и ладно. Ай-яй, тут сердечко было, я помню. Это что еще за гипермаг? Ну ладно, пойдем мимо их. У меня же нет задачи прямо всех быстро убить. А, он самонаводящийся, ясно. Ауч, вообще-то было больно. Было очень больно. Отдай мне свои хпшки, я погнал дальше. Окей, отлично. Восхождение. Ну ладно, тогда давай мы здесь закончим. Что ж, спасибо за просмотр. Ставь лайки, пиши комментарии, вступай в группу в Дискорде, ВКонтакте, в Инстаграме, Телеграме. И, конечно же, подписывайся на канал и следи за продолжением. Пока-пока.